Всем привет! Посмотрите, какое место я сейчас пришла. Вот позади меня знаменитый мясник. Пришла в ресторан Нусрета, который находится в Стамбуле. Посмотрите, вот такое вот место. Будем сейчас пробовать его знаменитое мясо. Смотрите, вот знаменитый мясник Нусрет. И вот такой вот ресторанчик небольшой. Находится в торговом центре, торгово-развлекательный центр. А это я. Всем привет еще раз. Вот такой вот ресторанчик небольшой. Смотрите, вот такие вот столики здесь. Заказала бургер себе с картошкой. А смотрите, здесь антисептик и вот кетчуп, майонез. Все для специи, соусы для мяса. И сейчас, смотрите, вот принесли мне мой бургер. Вот такой вот он в разрезе. Мясо, сыр. Вот такая вот картошка. И сейчас вот надеваю перчатки. Смотрите, вот такие вот черные. Закатила рукава и буду пробовать свой бургер. Первый раз на камеру буду кушать. Что, приятного аппетита мне и всем, кто сейчас кушает. Также приятного аппетита. Очень вкусное. Мясо очень сочное. Сочное. Хрустящее такое. Вот такой вот бургер. И сейчас принесли пахлаву. Посмотрите, как здесь все это дело красиво оформляют. Вот мороженое посередине положили. И сейчас будут разрезать. Сегодня я все пробую на камеру. Давайте попробуем пахлаву. Вот с мороженкой. Очень вкусно, очень сладко, супер. А здесь вот такая вот у них витрина. И посмотрите, вот стейки, мясо. Смотрите, вот мясо в виде сердца. Вот такие вот. Здесь вот готовят, вот бургеры. Вот такое вот место. Сейчас попросила счет. И сейчас вот принесли счет, посмотрите, вышло 123 итого. Получается бургер, картошка, вот пахлава и кока-кола. 123 лир.